каждая минута дорога, установилась неплохая погода, надо убирать хлеба. Только надо помнить, что уборка – это не только уборка зерновых. Но особенность такова, что зерновые колосовые, особенно рапс, не подождут. Если мы день-два прозеваем, урожай будет на почве, на земле, все осыпется. Поэтому мы уделяем особое внимание этим видам сельскохозяйственной продукции. Еще раз подчеркиваю, в мире ситуация очень серьезная. Еще раз повторяю, опасность вызывает то, что она неопределенная. То есть мы не знаем, что может быть завтра или послезавтра. Поэтому по-деревенски, по-крестьянски мы должны готовы быть к худшему. Будет лучше, и нам будет неплохо.